Radiant Team Pick. Naga Siren. Dire Team Pick. Abaddon. Dire Team Pick. Visage. Radiant Team Pick. Ten seconds remaining. Radiant Team Ban. Ten seconds remaining. Five seconds remaining. Reserve time. Здравствуйте, дорогие друзья, в эфире Комагоры, и сегодня транслирую очередной фасткап 8 сезона StarLadder. Ну и в первом раунде встретились команды Ракета и команда Альфа. Сейчас, как видите, уже в бане оказались Лич, Вивер, Лайстиллер, Дарксир, Друид и Тимберсо. Ну а в пике Абадон, Визаж, Нага и Рубик. Четырех саппортов напиклись себе сейчас команды. Ну и понятно, что им обеим остались по мидеру, по хардлайнеру и по кэрри. Ну сейчас будет четвертый бан от команды Альфа. Сложно здесь пока что-то сказать про тактику той или другой команды. Понятно, что Абадон действительно очень популярный саппорт в последнее время после его добавления в CM-мод. Ну и Рубик на самом деле... тоже неплох, потому что он у того же самого Абадона может красть Кайлы, красть Афотик Шилд. Действительно, это, конечно, будет очень неприятно для команды Ракета, потому что от Рубика этого еще меньше ожидаешь, чем от Абадона. Ну, и Нага Сирена тоже, понятное дело, с Визажом достаточно популярные саппорты. Поэтому неудивительно, что их забирать первыми пиками, поскольку перебанили здесь в основном, как видите, четырех хардлайнеров в начале Лича. Вивера, Дарксира и Лондруида. Ну и сейчас Отвор Девар уходит в бан от команды Альфа и ждем четвертого бана от команды Ракета. Это Луна и тут же в пике Гирокоптер от Ракет. Интересно, потому что пока я не вижу никого, кто бы как-то вот сочетался с этим Гирокоптером, потому что обычно пикают Нагу под вертолет, но сейчас Нага, понятное дело, уже в пике команды Альфа. Ну и не очень понятно, как эту проблему будет решать Ракеты. Может быть, вообще никак не будет решать, а просто будет на скиле кидать такие ульты, что все равно будет попадать. Посмотрим. Ну и опять же, против Рубика с Нагой брать Гирокоптера это опасно, потому что если Рубику удастся украсть Ракету, Нага кидает сон, Рубик кидает ульту Гирокоптера, и в итоге самим же Ракетам будет очень неприятно. Ну и сейчас третий пик от команды Альфа. И сейчас им нужно либо кэрри, либо мидера, либо хардлайнера. Ну и это алхимик. Тоже кэрри пикают себе Альфа. То есть пока такие достаточно симметричные пики. Два саппорта и кэрри. То есть трипла есть у одной и другой команды. Ну да, в принципе, Нага с Рубиком и Алхимиком отлично заходит. Два дизейбла, за время которых легко можно раскрутить банку на полную, ну и влепить стан по максимуму. Да, кого бы сейчас не пикнули Ракеты на хардлайн, ему там будет очень несладко стоять. Возможно, кстати, remaining. Сейчас просто Ракеты это поймут и пойдут трипло не триплу. Ну и посмотрим. Магнус от Ракет. Достаточно непривычный герой для этой команды. Я не первый раз наблюдаю за их игрой, и, если честно, я не припомню пока у них ни одного Магнуса.
Ну и посмотрим, как удастся исполнить сейчас на этом герое. Ну и четвертый пик от команды Альфа. Логично было бы предположить, что сейчас будет пик мидера, который будет стоять против Магнуса. Ну, и здесь на самом деле есть некоторое преимущество у команды Альфа за счет того, что первый пик у ракет, Альфа имеет возможность пикать потом, и они видят, о, гирокоптер, после, против него возьмем алхимика. Взяли в мид Магнуса, сейчас возьмем какого-нибудь мидера, который против Магнуса хорошо стоит. Ну и ждем, и 30 секунд остается резервное время у команды Альфа. В принципе, Магнус, конечно, может и в хардлайне вполне себе выстаивать, у него есть отличный escape skill, которым можно еще кого-нибудь под вышку затащить, ну и Bounty Hunter. Баунти Хантер, конечно же, должен идти в хардлайн. Ну и остается два бана, после которых ракеты должны пикнуть себе хардлайн, скорее всего. Ну а альфы пикают себе мидера. Ну и сейчас еще 2 минуты целых остается на бан у команды ракета. И как следует им нужно подумать, какого мидера они не хотят видеть против Магнуса. Ну я даже не знаю, там... Пак какой-то, наверное, может проблемы достать. Тролля просто банят сейчас ракеты. Вполне логично, потому что действительно алхимик, который той тролля, там будет разрывать гораздо раньше, чем он обычно это наверное, начинает делать. Ну и действительно, Магнусу тоже будет не сладко против этого героя стоять мид. И сейчас посмотрим, какого хардлайнера забанят альфы. Ну здесь как-то даже сложно, на самом деле, мне предположить. Кто там остался? Еще Клокверк достаточно неприятный герой. Там какой-нибудь Фурион, опять же. Ну, сейчас узнаем. Буквально 8 секунд остается уже у команды Альфа, чтобы выбрать. Кого же забанить? И это Фурион. Решают на всякий случай забанить этого героя команда Альфа. Ну, не очень понимаю, почему выбрали именно его, а не того же самого Клокверка. В принципе, действительно, в ракете есть неплохой пуш-потенциал. Если сверху добавить еще Фуриону, то получается очень неприятно. Ну и Найтсталкер от команды ракета. Ну и, видимо, все-таки Магнус пойдет в хард, и Найтсталкер пойдет в мид, или наоборот. Там, в общем-то, не очень важно. Главное, что оба героя получат себе экспу, и пак залетает на мид от команды Альфа. Все достаточно очевидно с расстановкой по лайнам у команды Альфа. Ну, а с ракеты сейчас остается вопрос, как же будут играть Магнус и Найтсталкер? Кто из них пойдет на мид, кто из них пойдет в хард? Сейчас посмотрим. Разбирают потихоньку игроки своих героев. У команды ракета Ваня Хейтхью, капитан на Абадоне, Алекс Мерсер на Визаже, Queen the S-Win, Гирокоптер, Ютач Майтрала на Найтсталкере. И последний, пятый игрок. На Магнусе. К сожалению, нельзя посмотреть ники в Скаймейкер на Магнусе от команды Ракет. Ну и команда Альфа. Янск на Паке, капитан. Хулс на Алхимике. Чудо-пилочка на Наге. Кофе на Баунихантре. И Осел Бурбон на Рубике. Ну и сейчас под самоком сразу выходят в полном составе команда Альфа, быстро они закупились и пошли. Ну, в принципе, да, есть у них возможность здесь сделать все с Blood вполне. Тут просто даже сочетание скиллов триплы уже очень хорошее. Здесь у Наги сетка, у Рубика телекинез, то есть сразу они их качали. Понятное дело, самые полезные скиллы на первом уровне у них. У Пака Иллюзори Орб, у Баунти Хантера просто инвиз. Ну, и я думаю, что Алхимик сейчас либо вкачать бутылку по-быстрому, пока будут держать в сетке и поднимать, ну, либо качать монетку, если не получится делать все с блат, и просто надо будет идти фармить. Ну, и мы видим уже у команды ракет здесь Ютач Майдрала идет на топ соло,
Дальше. Абадон в трипле с гирокоптером и визажом идут на Харт в триплу. Ну и Магнус пока никуда не идет, поскольку Магнус отключился, собственно, почему и поставили паузу. Но это будет очевидно. Магнус в миде. Ну и, конечно же, в первую очередь мы сейчас будем наблюдать за топом, потому что, с одной стороны, интересно, как будет играть Найтсталкер, потому что, если раньше все было очень понятно, 6 минут качаешься, получаешь там 5-6 уровень и идешь гангать, убивать, то теперь ночь наступает уже на 4 минуте, то есть через 4 минуты после начала игры. Ну и посмотрим. Я еще, естественно, не видел игры на Найтсталкер, в профессиональных играх после последнего обновления. Мне как раз очень интересно, реализуется ли сразу первая ночь там с каким-то вторым-третьим уровнем или четвертым, может быть, даже, я не помню, какой уровень получаешь на четвертой минуте. Ну, или же все-таки будет ждать до восьмой, чтобы уже дальше там с восьмым-девятым уровнем, с полностью прокачанной войдом, с пассивкой там, с салом уже идти как следует основательно убивать. Посмотрим. Найтсталкер, кстати, тут с энтри вардами. Не могу готовиться стоять против Баунти Хантера, но здесь перехитрили. Альфы, они пошли тоже на в хард триплой. Ну и сейчас, конечно, сентри на сайлкрут здесь не пригодятся, разве что чтобы девардить, но не знаю, догадается ли он именно здесь искать этот вард. Ну и понимает Найтсталкер, что сейчас ему будет здесь очень тяжело, потому что это против него стоит трипла. Причем трипла такая, которая готова его убивать прямо вот с первых минут игры, на самом деле. У алхимика вкачанная монетка, думаю, что на втором уровне он скачает стан. Ну и дальше уже начнет напрягать этого Найтсталкера. Ну, Баунти Хантер здесь себя достаточно комфортно пока чувствует, у него просто инвиз, он в нем бегает по кулдауну. Ну и сейчас ждет здесь трипла появления второго уровня у алхимика, и дальше можно будет сразу цеплять, убивать. Или, по крайней мере, пытаться. Здесь, тем временем, в мид выходит два саппорта команды ракеты. И сейчас у него проблема у Пака. Пак пока всего второго уровня. У него есть фейс-шифт и иллюзорий орб, но они его могут даже не спасти. Здесь замедление. Пак пытается уйти. Афотик шилд. Ну и Пак просто уходит. Можно было здесь, конечно, попробовать попытаться пойти в погоню, но первый уровень визаж, если бы у него был плевок хотя бы, то здесь были бы гораздо больше проблем у Пака. И просто уходит саппорт на топ, помогать Найтсталкеру, потому что, конечно, сейчас очень важно, чтобы этот герой за первые 4 минуты получал себе хоть какой-то опыт, даже фиксинг с фармом, но без уровня, понятное дело, Найтсталкер ничего не будет стоить в первую ночь, ну и, в общем, как и во вторую. Ну и пауза пока отключилась Нага. Можно пока посмотреть закупы всякие. Ну здесь соло осталось стоять гирокоптер против Баунти Хантера. Мне кажется, что гирокоптер здесь будет очень, очень комфортно стоять против этого героя. Как, в общем-то, и Баунти Хантеру тоже неплохо здесь будет. Он, по крайней мере, в полном размере будет здесь получать экспу. Гонять его здесь вряд ли будет гирокоптер очень сильно. Ну и у него достаточно быстро появится какой-то шестой уровень, уже, кстати, третий. Для сравнения мы видим у Найтсталкера пока второй, если я не ошибаюсь. Да, действительно, второй уровень пока только у Найтсталкера. Он себе уже вкачал Void и пассивку. Ну и ждем пока паузу. Кстати, вот это интересно, конечно, вкачивание пассивки до начала первой ночи, потому что совсем недавно я как раз обратил внимание, в игре какой-то, кажется, это было, по-моему, это был Grand Final Starladder, когда там был тоже Найтсталкер, или какая-то другая тоже игра с Альянсом, я не помню, я помню, что там был Найтсталкер от Альянсов, вот это СФО, и он там стоял на миде, как раз Войд максил, а остальные плюсики просто оставлял до первой ночи, ну и потом даже по ситуации качал либо сало побольше, либо пассивку побольше, но в любом случае не трогал второй и третий скиллы до наступления темноты, когда они действительно могли понадобиться. Очень интересно, кстати, было бы посмотреть на алгоритм, по которому он выбирал бы, какой качать, какой не качать. Потому что мне лично кажется, что оба скилла достаточно важные. Ну и
Пассивка, наверное, поважнее, потому что все-таки сало там на 5 секунд, его, в принципе, обычно бывает достаточно, чтобы убить кого угодно, особенно если ты играешь не в пабе, а с нормальной командой, когда саппорт понимает, что нужно делать. Ну и ждем по-прежнему нагу, теперь еще Рубик отключился. Ну и можем посмотреть графики пока. Графики пока в пользу команды Ракет. Примерно на 300 голды. Просто за счет фарма. Видим, Магнус обгоняет по крипстату Пака. Причем просто чудовищно обгоняет. У Пака всего 1-0, у Магнуса 8-5. То есть Магнус стоит на миде очень хорошо. Гирокоптер обгоняет, конечно же, Баунти Хантера. Ну и примерно с Алхимиком они наравне идут. Ну и, в общем-то, и кэрри, и хардлайнеры обеих команд здесь достаточно ровно идут, но просто за счет вот этих лишних 7 крипов, добитых Магнусом, я думаю, как раз и получается вот эти плюс 300 голды у команды Ракеты. По XP пока все достаточно ровно. Достаточно мизерное преимущество у команды Ракет. Ну и продолжаем мы ждать Нагу с Рубиком, которые там не знаю, чем они занимаются, но надеюсь, что скоро вернутся. И наконец-то игра продолжится. Так, можно посмотреть по казаку. У Пака мы видим кусочки ну талисмана, видим, будет дальше догон собираться чуть попозже. У Алхимики 586 голды, это вполне может быть какой-то мидас минуте так на, даже не знаю, на какой, минут на шестой, наверное, если вот так это продолжить. Ну и что, у Наги понятно, да, ничего нет, ну и у остальных героев команды Альфа тоже ничего интересного нету. Игрокоптеры мы видим, практически Аквила готова, и Нага наконец-то переключается, теперь ждем только Рубика и продолжаем смотреть игру. Магнус пока просто 500 голды, непонятно, что это будет, либо будет бутылка, либо саппорт. Кстати, бутылка, напоминает, теперь стоит 150 голды, что теперь вообще не позволяет покупать ее до начала игры. То есть как не исхитряйся, все равно никак не получится. Кстати, по-моему, с тех пор, как теперь нельзя передавать фласки и танго, и кларити, кстати, тоже, по-моему, нельзя, с тех пор, по-моему, вообще никак исчезли все вообще способы передачи денег в доте. Если раньше можно было купить фласок и с потерей половины денег какую-то сумму передать, то теперь, по-моему, вообще никак нельзя, поэтому никак на бутылку ты своего мидера уже не запулишь. Как бы ты этого не хотел. Ну и сейчас нажимает паузу и не знаю, будет ли какое-то нападение на кого-то. Но здесь на самом деле очень опасно, потому что трипла Альфа выглядит явно сильнее, чем трипла Ракет. Просто вот даже по героям, по их скиллам, по тому, как они, насколько они эффективны на вот своих текущих уровнях, там первых, вторых. Ну и мы видим сейчас нападение на Абадона, и скорее всего будет все Влад, минус Абадон. И тут уже немножко формотят Найтсталкера. Ну и это ровно то, о чем я говорил. То есть раскручивается стан, сетка, подъем от Рубика, и дальше просто ничего с этим не сделаешь. Еще сейчас минус армор был у Наги. Ну и тут же возвращается Абадон. Сейчас будет пытаться в ответочку убить Алхимика. Вполне может это получиться. Сейчас он кого-то застанет, конечно. Но сетка от Наги здесь окончательно сейвит Алхимика. И не получается. 1-0. Первый фраг забирает в этой игре Нага. Делать на его на Абадоне. Опять пауза, непонятно у кого лаги. Но судя по тому, что это был Нар, поставил паузу, видимо, у кого-то из команды Ракет. Ждем. Ну и печально пока. Как-то, потому что за 3 минуты, 2 паузы, это, конечно, не очень хорошее начало игры. Будем надеяться, что дальше как-то все станет получше, подинамичнее, потому что, опять же, я же вроде все прокомментировал, тут опять приходится комментировать те же самые предметы. Ну, кстати, у гирокоптера появляется Аквила, полностью собранный, у Банхантера появляется Orb of Venom. Ну и продолжается игра. Я
здесь Баунти Хантер пытается напрячь гирокоптер. Гирокоптер в ответ неплохо убивает Баунти Хантера. И, конечно же, этот рокет-бараш в одно лицо очень больно заходит. Ну и здесь продолжает пытаться как-то стоять трипла с Найсталкером. Найсталкер уже, кстати, не получается. Этот опыт, который ему очень был нужен в первой ночи. И пока третий уровень всего. То есть, скорее всего, к началу первой ночи, в лучшем случае, он будет четвертым. А может быть, так, даже так и будет третьим. Посмотрим сейчас. Ну, и продолжает фармить достаточно свободно алхимику. Алхимик уже 900 голды. Действительно, вполне здесь можно через 3-4 минуты наблюдать мидас на этом герое. Если все пойдет по плану. Команды Альфа. Ну и... Медите временем Пак стоит против Магнуса. Достаточно ровно по уровню. Магнус уже почти пятого. Пак уже чуть больше, чем пятого. Видимо, за счет того, что вот трипла здесь пришла, какой-то экспу немножко своровал у Магнуса. Ну и... опять же... Начинается первая ночь. У Найсталкера пока третий уровень. Два вайда и одна пассивка, ну и вряд ли здесь можно кого-то убивать с таким уровнем. Надо, чтобы пойти какой-то баунти хантера там под порошком забрать. Здесь еще приходит Пак, ну сейчас большие проблемы у Насталкера, вот тормозят, сетка, откидывается визаж плевком, и минус алхимик, отлично сейчас разобрались ракеты с этой ситуацией. Пришел очень вовремя Магнус с меда, вслед за Паком, хостой еще. Ну, кстати, у него реген в банке, сейчас надо, конечно, использовать реген и как-то возвращаться опять в игру, возможно, еще кого-нибудь пытаться куда-нибудь увезти. Там сейчас алхимик начинает раскручивать, надо убегать на сталкеру и, скорее всего, убежит. И сейчас алхимик должен взрываться здесь. Да, алхимик взрывается, отлично, сейчас все правильно сделал на сталкер, ну и Магнус просто возвращается на мид и даже не использует свою руну, я думаю, что просто он хочет достоять до 6 уровня и, соответственно, потом пойти уже с ультой кого-то убивать. Баунти Хантер тоже здесь, тем временем, почти 6 уровень. У Герокоптера просто 6, у Герокоптера Аквилу я уже говорил. И сейчас, скорее всего, сапог появится у Баунти Хантера. Ну и 4 уровня Найт Сталкер. Пока, в принципе, нельзя сказать, что как-то он очень эффективный реально в первую ночь, но с другой стороны, с такими уровнями, в общем-то, тоже неплохо. Тем более, что он в итоге так ни разу и не умер. Забрал себе ассист. И появляется у него сало первого уровня. Ну и Магнус, кстати, тем временем шестого. Посмотрим, куда он поедет свою ульту реализовывать. Ну, скорее всего, на топ, конечно же. И на низ приезжает Нага. И сейчас могут здесь пытаться забрать гирокоптера. Есть ульта у Баунти Хантера, если сейчас гирокоптер действительно даст убить под треками, то это очень-очень печально будет. Ну и здесь должен был гирокоптер видеть, что на варде появилась нага, там прошла она вот тут как раз по этому варду, и не должен отходить чуть назад, потому что опасно там становится. Ну и опять же, должна быть инфа у триплы команды ракет, что нага ушла, можно пытаться забрать кого-то здесь, потому что здесь сразу из двоих героев уводит Магнус, ульта. Пытается открутиться алхимик и сразу минус 2 от команды ракет. Умирает Рубик и алхимик вообще одновременно. Фраги забирает Найсталкер, соответственно, и Абадон. Так, где-то убили здесь курицу команды ракет. На это был Пак. Совершенно не видел, как это произошло. Ну и появляется Мидас у алхимика. Значит, сам начал играть на минуты. Конечно, это не так быстро, как могло бы быть, но учитывая, что алхимик два раза умирал, в общем, не так уж и плохо. Для такой минуты. Ну и... Физы появляются у нас сталкера, хоть какие-то предметы уже начинают рисовываться. Ну и сейчас будет пытаться забрать Магнуса, возможно. Тактическая пауза. Ваня Хейхью ставит паузу, чтобы посмотреть, как раз где там стоит Баунти Хантер. Если 2 минуты эта пауза продержится, действительно он увидит, что тут вот такие дела происходят. Но нет, Ваня Хейти просто говорит «Go!». Ну и сейчас Баунти Хантер остался здесь незамеченным, выходит из низа, чуть нарезает Магнуса, ну и
Понятное дело, что здесь такую жирную тушу просто так не зарежешь за один подход. Алхимик продолжает здесь потихоньку фармить, здесь ему уже не так комфортно, ушли его все друзья. Возвращается Рубик. У Рубика пока всего третий уровень, и пока поэтому... Так, интересно, так, Сталкер получает ульту, ее тут же включает, и здесь Баунтихантер разминулся с визажом. Будет сейчас пытаться этот визаж здесь забрать, потому что начинает раскручиваться алхимик, должен понимать визаж, что это как бы его душу сейчас идут. И сейчас должен взорваться алхимик, да, алхимик взрывается. Ну и спалился, конечно, здесь вот на крипах, то есть если был бы какой-то там, не знаю, шнок, или просто чуть-чуть подождать, потому что визаж там вряд ли бы куда-то убежал, то все будет закончено совсем, конечно, по-другому для, и для визажа, и для алхимика. Ну и сейчас здесь уже понимают ракеты, что здесь где-то бегает Bounty Hunter, должен типа рядом. Взлетает Пак, Пак ультует, взлетает Магнус, у Магнуса нету ульты пока, 3, 2, 1 секунда до ульты, нужно прожимать стики, ультовать, конечно же. И не успевает Магнус прожать ульту. Тем временем убивает Рубика, и сейчас еще и отъезжает, даблкил делает Пак. Ну и здесь пытается хоть кого-то забрать Абадон, и под охотник шилда он бегает, сейчас ему, конечно, будет очень сложно делать. Ну и алхимик на этот раз все-таки не взрывает себя, он взрывает Абадона, и 3 в 1 заканчивается драка. Очень неудачный для команды ракет, видимо, Магнус, заезжая, надеялся, что сейчас вот... Что сейчас вот как раз ультат от кулдаунится, но как-то он немножко не успел, причем даже успел прожать стики, чтобы была мана на ульту, но саму ульту прожать не успел немножко. Впрочем, не знаю, у него там была не очень удачная позиция, может быть, эта ульта даже никак и не решила бы исход этого боя. И тем временем, кстати, у гирокоптера появляется 1200 колды и фейзы. Мы видим, что гирокоптер здесь первый по крипстату и значительно обгоняет алхимика, и, конечно, этот фрифарм гирокоптера, он очень должен... потом отрицательно сказаться для команды Альфа в более поздней игре. Ну, здесь сентри от Альфы стоит. Пак разбивает Варс, как только его Абадон здесь ставит. Абадон, кстати, здесь сентри. Сейчас я думаю, что будет разбивать здесь вражеский сентри Абадон с визажом. Так, ну здесь начинается война за эти варды, все-таки там... 50 голды дают за вардец, и... Ой-ой-ой-ой-ой, сентри разбивает Пак, сейчас выбирает сферу, и просто 100 голды себе поднимает Пак на ровном месте, а его сфера до сих пор стоит. Ну, это, конечно, лаг, потому что не было там промахов у Пака почему-то сейчас. Ну, и здесь забирает Магнуса просто втроем сразу. И, кстати, нет, не подца. Трек был потрачен на кого-то другого, видимо. Ну, кинули на Магнус, но просто давно. Как-то я не просек этот момент. Ну, и дисконнектится Магнус. Возможно, отчасти именно из-за этого дисконнекта он сейчас здесь слился таким образом. Потому что так-то у него, конечно, был здесь и скювер, и была ульта. Вряд ли, конечно, стоило здесь ульту тратить, то, по крайней мере, уехать в лес он вполне мог здесь. Ну и Магнус рехнется, и сейчас наконец-то продолжится игра, уже кажется четвертая пауза была за эту игру. Я уже даже тут немножко засыпать начинаю, потому что действительно всегда очень скучно, когда вот так вот минуту посмотрели на паузу, минуту посмотрели на игру, потом опять пауза еще 2 минуты. Ну и все никак не починят наконец-то доту, чтобы все работало хорошо и без лагов. Ну и возвращается Магнус. Отжимают паузу, и сейчас игра продолжается, наконец-то. Ну, и я да по-прежнему жду, что Магнус сейчас где-то должен реализовать эту свою ульту, потому что у него есть хаста, кстати, и возможно, куда-то заехать. Откидается откинуться сейчас алхимик станом, и, конечно же, дети, он не уйдет от Баланара, причем даже уже день наступил, но все равно здесь Сталкер за свой фраг забирает. Ну и можно смотреть насчет Баланера. 3-0-2, в принципе, очень неплохо. Но опять же. Кстати, это какая-нибудь уже первая или вторая, потому что он плечо ульту прожимал. Ну да, точно, вторая ночь еще не могла начаться, потому что вторая ночь должна была начаться на 12-й минуте. Если бы не ульта Баланера, которая чуть-чуть смещает этот график, мы сейчас увидим, что
скоро начнется вторая ночь, и Доносталкер это, конечно, будет самый важный момент в игре, потому что либо он выполнит свою миссию и загонит врагов под ТВР, либо нет. И здесь вот как раз пропустил, к сожалению, ту самую реализацию ульта от Магуса, где просто троих забрали. Двоих забрал гирокоптер и одного забрал Магнус, и здесь было выпитано гирокоптера, вот этого прифармящего. Ну и Магнус очень вовремя появился на хосте, дал льду, понятно, как раз два сапа стояли, были, ну, их забирают. Ну и сейчас у гирокоптера теперь совсем все хорошо становится по деньгам, у него появляется уже почти БКБ. Ну и сейчас караулит Абанон здесь невиз для Магнуса. У Магнуса через минуту уже появится третья ульта. Третья, я имею в виду третья в этой игре. По-моему, только был две до сих пор. Ну и начинается вторая ночь. Сейчас Баланар, конечно, должен просто убивать, наказывать, там, кушать героев и так далее. Ну и ждем, где он. А Доносталкер тем временем фармит топ. У него появляется Вангард, не знаю, почему действительно нужен, но посмотрим. Наверное, лучше все-таки, чем Армлет сейчас, потому что после обновления у него теперь сила постепенно нарастает. Как-то Армлет уже стало не так прикольно собирать, поэтому Бланар здесь берет себе Вангард. Но надо все-таки что-то на дамаг, там какой-то башек, там, я не знаю, или там, барабан, или там что еще можно. Ну и уже четвертый войд мы видим у Найтсталкера, вторая пассивка. Найтсталкер тоже считает, как и я, что действительно быть полезнее, чем сало максить в начале. Ну и даггер появляется у Пака. Ну, и здесь Ванхан чуть-чуть похарасил Найтсталкера и тут же уходит опять в инвиз. Здесь по инвизам бегает тем временем Магнус. Магнус уже с ультой, и сейчас, если здесь кто-то появится, вот, например, тот же самый Баунти Хантер, его, конечно, будет забирать. Нету, к сожалению, сентри здесь ни у кого из команды ракеты, потому что Ванхандрик прокликивает, ну и уводит просто Нагу. И даже без ульты Магуса просто забирает ее тут же. Здесь Нага до сих пор без ульты, и совсем чуть осталось до 6 уровня, ну и оттягивает момент сейчас команда ракеты. Тем временем что-то... А, да, конечно, 6 уровень на трубке еще очень важно, здесь прожимают порошок и тут же сбирают Баунти Хантера. Ракеты еще становится 11.5, ну и можно пока посмотреть график по деньгам, уже преимущество значительно у ракет. Ну и они сбирают вышку на топе сейчас. Просто, опять же, всей команды, кроме Гирокоптера. Гирокоптер в это время спокойно фармит, больше БКБ. Ну и минус вышки. Забирает ее Магнус, и у Магнуса уже должен даггер появляться. Вот да, как раз 2150. Я думаю, что сейчас себе этот предмет купит. Вот этот вот. Даже не знаю, как его назвать. Ну, Dire's middle tower has been denied. Сталкер здесь под бафом. Магнус очень неплохо бьет крипов. Видимо, у него уже появляется Point Booster. Это, конечно, очень интересно. Может быть, это будет какой-то агоним. Потому что, ну, в принципе, есть всего три предмета, которые собираются из Point Booster. Вряд ли здесь Скади будет собирать себе Найтсталкер, тем более. Что если бы даже он собирал себе Скади, то было бы нелогично собирать ее с Point Booster. Ну, и вряд ли, опять же, здесь Bloodstone будет от Найтсталкера, поэтому, скорее всего, это агоним. Ну и посмотрим, как это вообще получится. Очень давно я не делал агонимов на Найтсталкере, ни в пабе, ни в профессиональной доте, тем больше вообще в профессиональной доте Найтсталкер не часто появляется. Ну и здесь. Лотар появляется у Алхимика. И Урна появляется у Найтсталкера. Ну и продолжает Пак здесь накидывать свои иллюзории арбы, пытаясь оттянуть как-то вот этот вот пуш, который здесь собирается. Но опять же здесь уже все просто в пятером уже, даже с гирокоптером. Поэтому здесь никак это не загандришь пока такой пуш, тем более что гирокоптер есть БКБ. Так, ну и глиф, идут просто в леса.
Здесь ракеты смотрят, может кого-нибудь удастся поймать. Нет, никого не ловит. Ну, просто сейчас будет забирать глифы дальше. Непонятно, зачем провязывался глиф. Разве что вот чтобы сюда перетянуть гирокоптер, который под БКБ заходит. И просто ульта. И очень-очень много ДМ уже сейчас. Трибл килл, ультра килл от гирокоптера. Ну, это, конечно, да. Но здесь фейл был от команды Альфа, что они полезли под вышку сразу так вчетвером нагло. Сейчас, конечно, умирает здесь Тюрвуд, и это Team Vibe от команды Ракет. Отлично здесь действительно сыграли все, и гирокоптер, который, в общем, вначале специально полетел один, на себя забайтил, его побежали пытаться убивать. Ну и сейчас, конечно, нельзя не отметить фейл Наги, потому что вот этот вот ее ульт после прожатого БКБ гирокоптера абсолютно ничего не сделал, а только зря был потрачен. Ну и гирокоптер здесь получил возможность спокойно расстреливать всю команду Альфа. Ну здесь забегает в нее алхимик, должен быть где-то хорошок. Ну и ульт от Пака. Проблема у Абадона есть ульта еще. Ну и здесь главное... О-хо-хо, залетает Магнус с Даггером, отличный ульт. Минус Баунти Хантер, минус Пак. Сейчас, конечно, здесь еще должны Нага умирать. Нет, Нага пока уходит. Продолжается драка, пытается убить Насталкера. Ну и минус Нага. Убивает ее Баланар. И сейчас, конечно, погоня здесь за Алхимиком. Алхимик... нет, Алхимик все-таки отсюда убегает под Лотаром. Ну и минус 4 почти сразу же делают ракеты, и, в общем, я думаю, что сейчас на графиках просто что-то страшное происходит. Да, уже 7500 преимущество у ракет. Ну и идут они забирать Т2 Тавр, и, собственно, действительно сейчас чудовищное у них преимущество просто здесь и по голде, и по XP тоже вы видите просто, что происходит, в который раз здесь совершенно различает по команд. Ну и, скорее всего, все-таки добьют вторую вышку сейчас ракеты, и отсюда уходят потом. Тем временем Bounty Hunter здесь покупает себе очень какие-то непонятные предметы, у него почему-то появляется квартерстаф. Ну, опять же, из квартерстафа, по-моему, только два предмета собираются. Сейчас я проверю себя. Да, конечно, это либо Oblivion Staff, с которым собирается Orchid или Refresh, оба предмета достаточно бесполезны на Bounty Hunter. Либо это какая-то бабочка, но, не знаю, собирать бабочку на Bounty Hunter на 19 минуте... с квартир стафа странно немножко. Ну ладно, временем гирокоптер здесь фармит стаки, у него уже куча всяких предметов, у него здесь появляется демон эдж, видимо это будет какой-то БКБ, непонятно от кого, но в любом случае здесь будет много урона с этим предметом, конечно же. Ну и, кстати, не забываем мы про то, что флаг Кэнон теперь... должен работать только с базовым уроном, то есть всего гирокоптер наносит 192 урона, а, соответственно, флаг Кэнон наносит из них 89. Странно, что этого не написано в описании скилла. Ну и было много нытья по этому поводу, по поводу того, что гирокоптер порезали, теперь он вообще убегает, на котором ничего нельзя сделать. Вот, как видите, пока вполне себе можно, и ракеты показывают, что этот герой не намного хуже стал. Особенно если все правильно на нем делать. У Руби появляется урна. Ну и. Кстати, давно ульта есть у Рубика, здесь он что-то пытался украсть у кого-то. Не очень понятно у кого, видимо, я пытался у Люди Найтсталкер что-то украсть. Поэтому остался ни с чем. Сейчас через 5 секунд дать ульта, и может еще раз попробовать что-то украсть. Ну нет, здесь даже Т1 даже не пытается дать сейчас Альфа, понимает, что действительно. Здесь уже есть и Магнус с ультом, и гирокоптер с ультом, Найтсталкер. То есть есть полный набор ультов сейчас у команды Ракет, действительно. Просто готовы они вынести еще один раз всю команду Альфа целиком. Ну здесь на самом деле непонятно же, что с ними делать, потому что то ли как-то вообще стоять просто на базе. Ждать, пока уже на хайграунд зайдут ракеты. Либо пытаться их по одному вылавливать, но опять же здесь проблема физическая, поскольку ну выловили одного гирокоптера, ну как бы, ну порешал он там всех, утратил сделал, ну как бы это ничего.
Вот, а сами, собственно, члены команды ракеты не ходят по одному, поэтому здесь, опять же, с этим проблемы. Ну, и собирает Рафаэль потихоньку ракеты, здесь уже ПКВ остается. Конечно же, он здесь умрет буквально через считанные секунды. Забирает его гирокоптер, конечно же. Ну и... Найсталкер пока... Кстати, вот уже Аганим себе собрал Найсталкер, надо почитать, пока началась очередная драка, что же делает этот Аганим. Так. К сожалению. Так, 20, 25, 50, 80. Так, ну, собственно, только то, что Vision ночью. Без ограничений. Ну, не знаю, стоит ли это того, чтобы 4200 тратить. Может, просто ради как-то ради прикола решили забрать. Так, ну и здесь ловит Магнуса, кстати. Он может умереть, ультует. Нет, не успевает пинтануть, кстати. И здесь его пак убивает. И проблема уже у Найсалкера, который сюда прилетает, один. Ну вот, собственно, ровно то, о чем я говорил. То есть единственный шанс сейчас команды Альфа, это влажить по одному вот таких вот магнусов одиноких, Найсталкеров, которые приходят этих магнусов спасать. Ну и вот так вот можно чего-нибудь себе наскрести, какой-нибудь голды, там, экспы. Но опять же, вы видите, что сейчас происходит на графиках. Просто за 10 тысяч уже преимущество у команды ракеты. Ну, сейчас я думаю, что... Вполне не в состоянии дальше его наращивать. У Алхимика, кстати, появляется БКБ, но, опять же, Алхимик, у которого на 23-й минуте Мидас, Фейзы, Ватар и БКБ, это абсолютно бесполезный кусок мяса. У нормальных Алхимиков на такой минуте уже есть там Кираса, Башара какой-нибудь, и у некоторых даже, вот я слышал, бывает какой-нибудь Abyssal Blade. Ну, и у этого Алхимика, конечно, ничего такого нету, и поэтому мало пользы он принес своей команде. И опять собирается ракета в полном составе, пятером пушить Т2 на топе. У них опять же есть все ульты. У них есть ночь Баланара. Ну и сейчас себя очень комфортно чувствует. Сало на Пака, и Пак здесь должен съезжать, конечно же, не Пак. Ну и крипов, даже флаг кадом здесь не люцит, оставляет его на... для замеса, если такой вдруг начнется. Ну опять же, без ульты Пака сейчас непонятно вообще. Без его, опять же, сала. Непонятно, что здесь делать команде Альфа. И, возможно, сейчас просто уже на 3 пойдут ракеты, потому что есть. Есть Аегис у гирокоптера, можно его реализовывать. Рубик крадет Мист Койл. Я думаю, что надеялся украсть Афотик Шилд, но вот что украл, то украл. Ну, и падает здесь вышка достаточно быстро. Гирокоптер легко так танкует, мы видим. Ну, 3 минуты остается. Гонимы. Так, я слышу раскручивающийся алхимик, который станет гирокоптером. Ну, гирокоптер сейчас спокойно тратит Аегис. Ультует Магнус, минус Банхандр, минус Нага, сейчас будет минус алхимик еще. Ну, понятно, да, здесь этот гирокоптер сейчас под БКБ, такие вообще там. Какой разнос утратит ракеты Пака, минус Пак. Ну и сейчас, возможно, еще будет не Халхим. Не знаю, если все пойдет на... Тут даже фонтан какой-то идти. Но Рубик все-таки на сталкера закидывает под фонтан. И здесь на сталкера забирает. Тут же влупается и бежит, видимо, чего-то еще ломать. Ну, вы видите уже, что происходит с графиком. Там уже почти 13 тысяч по голде. Примерно столько же по XP. И действительно, очень-очень большие проблемы сейчас у команды Альфа. Даже не знаю, что их вообще сейчас может спасти. Только как какие-то вот совсем тупые ошибки от ракет. Понятно, что бывает такое иногда со всеми. Ну и, кстати, гем уже появляется у Абадона. Да. Давно пора, потому что, понятное дело, есть Алхимик, есть тот же самый Баунти Хантер. Конечно, и тот герой достаточно неприятный. И... гем здесь очень нужен. Ну и Магнус себе уже почти рефреш собрал. Сейчас идут они на последний тир 2 тавр команды Альфа.
Минус одна сторона уже есть, сейчас можно сломать какой-нибудь мид и идти спокойно уже. Дофармливать пока там будет гэп, потому что уже с минус динамайном будет очень тяжело что-то сделать сейчас команде Альфа. Посмотрим. Ну и через тавр, конечно, падает, есть глиф, кстати, у... нет глифа у команды Альфа, есть глиф у ракет. Он, конечно, не понадобится в ближайшее время. Ну и раз глифа нет, можно, конечно, заходить просто на Т3. Все-таки идут на низ, видимо, как-то нижний лайн больше нравится приносить. Ну и сейчас заходит гирокоптер. И сейчас вылетает гирокоптер, БКБ, сонет наг, и надо разрывать на гирокоптер за то время, пока все остальные спят. Но такого тут, конечно, разорвет 10 раз. Три ультракил делает гирокоптер. И не знаю, будет сейчас рампейдж, если оставить гирокоптеру этот стак. Тут на самом деле вообще не факт, что умрет. Здесь просто Ваня Хейту сейчас с руки попытается добить. Нет, не получается. Ну и без рампага остается гирокоптер в очередной раз. Но я думаю, что он как-нибудь сможет не смириться. Падает вышка на узу, уже это 3. Сейчас будут ломаться бараки, и... И уже, скорее всего, сейчас ГГВП должно быть написано командой Альф, потому что они это делают уже все безнадежно. Тратить сериал в Магнус, может тебе позволить, но тебе прешер. Не знаю, если он его там поражает. Так, рефрешер есть. Принимает рефрешер, и сейчас, возможно, будет еще одна еда от Магнуса. Думаю, что сейчас будет заездок. Да, сейчас отлично, что Квейт по троим. Ну и просто уже здесь развлекаются обе команды. Хотя, опять же, бараки на нуле до сих пор стоят. Есть, пока вот ракеты здесь фанятся, бараки здесь остались целы. И это, конечно, очень большой плюс для команды Альфа, потому что сейчас должно было все совсем-совсем плохо для них закончить, но при этом они умудряются отбиться просто за счет вот этого расслабона, на котором ракеты здесь бегали под фонтан, тратили ульту из-за того, что есть рефрешер. Ну и ракеты, видимо, все равно достаточно уверен в своей победе. Покупает догон себе сейчас Найсталкер вместо ТП. Ну и сейчас я думаю, что все-таки ракеты соберутся и пронесут оставшиеся два лайна. Кстати, все-таки очень интересный закуп у Баунти Хантера. Я не знаю, кого он именно так хочет салить здесь, там, то ли Магнуса, то ли какой-нибудь гирокоптера, но в любом случае, мне кажется, что есть множество предметов на Баунти Хантере, которые были бы гораздо полезнее. Хотя я даже не знаю, что вообще в такой игре может быть полезным уже. Так, у Рубика появляется Мека, самое время на 30-й минуте, у Абадона появляется Hood of Defiance. Ну и уже идут, я думаю, что заканчивать сейчас ракеты, должны сейчас они находить этого алхимика, нет, не находят. Ну и, кстати, Гем здесь потерял сейчас Абадон, интересно, кто его носит. И вообще на базе оставили. А, нет, Рубик ходит с Гемом, ну не лучший герой для того, чтобы таскать Гем. Все-таки очень тощий Рубик. Ну, я думаю, что сейчас скоро уже Гем должен вернуться к своим законным владельцам, как только Рубик окажется в какой-нибудь драке. Ну, а алхимик временем пытается нафармить хоть что-то. У него, кстати, уже появляются кусочки кирасы. Он себе сейчас покупает гиперстоун. Правда, непонятно, куда он его положит. Может быть, обменяет на Мидас. Ну, и сейчас может он здесь терять очень серьезно. Здесь идет вся команда ракет по боту. А, ну и уже рецепт был, оказывается, у алхимика для кирасы. То есть кираса действительно появляется, но если он может просто тупо не успеть дефить бараки свои. Потому что уже заходит гирокоптер, заходит вся остальная команда, и сейчас будет просто здесь ломать все, что до сих пор стоит. Ну и сейчас должен под лотаром заходить алхимик, а его должен, соответственно, понимать, что здесь стоит центри. Ну и даже без лотара заходит алхимик, совсем нагло. Сейчас кого-то достанет, есть ульт от Магнуса, отличных троих.
сразу между планетарными знаками минус пак, умирает Рубик, понятное дело, вместе со своим гемом. Ну и один наш ниндзя уже ничего непонятно дело не сделает, здесь его ловит прям как раз на варде, то есть очень здесь грамотно был вард от, от Абадона, и ГГ пишет Ян. Ну и следующая игра начнется буквально через 10 минут, это будет игра ракеты против, не знаю, как сказать пока против кого, сейчас все равно университетка, но в любом случае никуда не переключайтесь, в 7 по Москве начнется следующая игра этого турнира. До встречи!